Здравствуйте. Здравствуйте, ребята, здравствуйте. Сегодня у нас... Я сейчас вам покажу. Как скачать Pony Creator 3. Pony Creator. Так, это не обращайте внимания. Вот Пуфи. Как сделать? Как Pony Creator сделать? Вот. Смотрите, вот в Пуфине, именно в Пуфине, вот, смотрите, вот с такой прической. Смотрите, заходите на YouTube, вам поможет YouTube. Это не надо. Можете на планшет, можете как скачать на телефон, на планшет. Смотрите, находите вот такую строчку. И вот это вот. Вот пишите, просто пишите, как скачать Pony Creator 3 на планшет. Просто на планшет. Ну, смотрите, вот. Ищите вот эту пони. Заходите на ее видео. И вот вам ссылка. Только это в Пуфине, может быть. Ну вот. Заходите на ссылку, смотрите, захожу на ссылку. Вот, нас перекидывает такой Pony Creator. И, короче, вот так листайте. И смотрите. Тари-да. Ладно, надеюсь, я хоть кому-то помогла. Всем пока, всем удачи.